Всем привет, с вами Маша Марток. Вот, в общем, скоро поедем к нам. Завтрак, яичница, типа. Солнышко, и, возможно, меня не слышно, мы дорога. Короче, встретились с Мариной, это Марина. Уж подруга, мы с ней дружим 2 лет. Мне было приятно. Сейчас мы едем на кино, на Малефисенту, сидим еще на остановке. О, какое солнце! Зачем я напялила эту кофту? Вот, короче, вот. И мы сейчас поедем. Уже сели. Сели мы, сели. А это просто стая машин. Все, короче, мы подошли, мы приехали, ехали долго. Вот Марина устала. Ой, устала прям. Все, мы пришли. Вон. Мы взяли билетики. Есть вот какой-то там. Да. Теперь мы идем чуть-чуть прогуляемся. Ага. Чуть-чуть прогуляемся. В общем, вот. Что ж, мы пошли в кино на Малефисенту. Сделали 2 фотки. Вот наши билеты. И нам очень-очень понравилось. Все у нас закончилось. Нам очень понравилось. Ваше впечатление. Да. Мы идем поесть. Мы уже сидели поесть, мы уже сидим на остановке, вот машинки ездят. И короче, сейчас... Воу! Сейчас мы уже поедем. Это тяжело. Сейчас мы поедем домой. Нам очень-очень понравилось. Очень-очень понравился фильм. Марина, вроде тоже понравилось, но не так сильно. Короче, да. Марина, типа, ой, понравилось? Да, вообще, мы хлеб долго не могли найти, и сок. Я все-таки такая, нет, нет. Не так. Че, а у тебя это хлеб? Именно так. Мы едем в автобусе, ой, в троллейбусе. Мы сейчас будем уже дома, и я уже переоделась, как вы видите, наверное. В общем, Малефисента мне очень понравилось, очень мой любимый фильм. Теперь всем советую заниматься любимым делом. Спать. Я всю ночь не спала. Я не заснула. Буду пить чай. Кофе. Всем пока и спасибо за просмотр.